Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Там, где не болит». А там, где не болит, так было хорошо. Мне иногда туда так хочется вернуться. На улице опять холодный дождь прошел. Ранимая душа не терпит экзекуций. Она имела все, и радость, и покой. Возможность отдохнуть и с силами собраться. Был небосвод над нею голубой. И не хотелось ей с мечтой расстаться. Но время унеслось, как с яблонь белый дым, и на лице уже морщины появились. Хозяин той души уж стал совсем седым. Заветные мечты не все, однако, сбылись. Спасибо!